Слава, у тебя на друиде нету мили фласки? Есть или? Херу. Он стоит слева. Так, БДК он куда побежит? Влево или вправо? А, без разницы. Куда побежит, оттуда и от него побежишь, типа, пофиг. Все, ставлю лут, сейчас хавайте 10 секунд и начну. Ну, 20 секунд, пока там убежит. Ну заодно этот утроп собирает там на пропало вещи. Вдруг ты переоденешься, будешь вообще на меча уже готов. Да я на ретрика буду собирать. Если там не надо никому, то наверное просто полосу буду. Так. Этот наркодилер, заходи сюда. Все, давайте чек на пул. Напал, да нет, без него пойдем. Рукус есть же БДК у тебя там на леди? Так, покинь, что тебе надо еще? Крест, интеллект бахните по песку. Крест есть? Интеллект маги. Еще почекал. Это откуда нам написал Джей слава пати? Ну давай, БК начинай. Давайте, стоим не в огне, в луже не стоим в луже. Отходим право лево право. Не стойте в луже. Кто умирает, у нас только там пишется синими большими буквами. Холодное пламя отбегите. Реагируйте быстро. Демоны выйдут и не слушают. Вышли слушают. За уешили шипы. Так, подбежали. Беги, малышка, беги! Даем чешки, пилим. Маг не стой в лузу. Щит маны прожимаем. Совы дубовые. Хилимся. Постой, гинь! Вечных муков! Захиливайтесь, в лужах не стоим, шипы бьем, только да. Сейчас шип, все внимание переключаем на шипы. Разбиваем шипы. Три шипа разбиваем, а уе шипы. Лужи текут, отошли. Шипы разбивайте быстрее. Шип секунда, приготовились, ищем глазами шипы. С лужи вышли, вышли с лужи. Разбиваем. Хватка. И за спину. И за спину в босс. Вышли с лужи. Шип приготовили, чтобы завешать. Тут чешки отдаем. Беги, хилимся. Малышка, беги! Уходим, пожали все. Добили. Пошли на трэш, руку с танком. Лишь тьму. Так, это надо кому-то на мейн? На ух, рольте. Дры, ищу троп. Не, у меня башка. Штаны топ. Штаны лучше, да? Гриндроль 10% роли. Ну, штаны, если плохой шмот. Ну, против ебись. Полипристер дру роли. Ров спек. Роли в спек.
Ебануться. Может, я эту сотку кину? Нахрен, сука. Это. Агрим правую пачку, там вторую не агрите только. Так, здесь очень важно, чтобы вы били трэш, касается локов, фуриков, ДК, вообще всех ДД. Квест не будем делать, будем все сразу заливать. Заливаем трэш. Кажется, повиноваться будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет. Сейчас только высот, погодите, я настрою кое-что в хилботе. Даже помыслить. Руку сфанк, да? За 1000. Он работает отлично. Короче, резаем ману по группам. Протопал танчу справа. Этот утроп. Ну, короче, там изи. Вот смотри, вот здесь. Сейчас я тебе покажу. Вот здесь слева, справа. Давайте что? Ну, смотри, как я делал, когда я в норме танчил. Я вот здесь разливал лужу. Вот, да. Значит, агрилкой агрил левого. А центрального, по-моему, ударял, что ли, правосудием, не помню, ну что-то такое. Там, короче, смотришь, как они два вместе сближаются, типа, ты даешь по ним вот эту тарелку, и они, короче, на тебя бегут, и второго там... Да, а моя задача только трэш держать, здесь не надо на босса, да, вообще. Да, трэш держать, на этой фазе, на второй, на босса была бы... Первый трэш после перехода на вторую фазу с какой стороны выходит? Там, смотри, сколько раз выйдешь. Ну, с какой стороны окей. Пойдет, значит, в следующий раз с другой стороны с противоположной. Ну, это понятно, да. Ладно, я думал, просто каждый раз с одной. Короче, по этим, по ДД. Первая, вторая группа, РДДшники, бьете трэш справа, где протопал танчит. Слева будет бить Бакенья. И милики все. Третья, четвертая группа, все милики. И Крист, ШП, пятая группа, тоже слева бьешь, где два БДК танчит. БДК, значит, один ДК, который поклонский. Вот здесь, вот на это черное пятно, где я сейчас встал, ведешь мобы правый и вот по центру, который выходит. А ты, Рукус, вот этого самого крайнего берешь, третьего, и с лестницы тянешь притяжкой. Сюда максимально вот с лестницы его тянешь, а поклонский второй раз притяжкой тянешь его вот сюда. Кучу ставите, 4 моба, и их заливают хорошо. Вот так и делайте на каждом трэше. Трэш нужно обязательно бить на всех фазах. От духов будет говорить отбегать, контроль будет давать я, Зинаида и, скажем, Дрыщ. Контроль, Дрыщ твой будет заключаться, будешь давать стам. Ну или сапу, или какое-нибудь говно, короче. Или герцогиня будете, у кого там как по КД. Так. Метки, которые нужно контролить, это квадрат, трусы и месяц. Я буду контролить квадрат, Зинаида, трусы, а паладин и месяц. Капли сливаем, лайн жертвенности паладины до контроля. На кого-то кидаем, просто на танков, там, на хилов. Потому что если вас возьмет контроль, вы кинете каплю на леди и вы умрете. Так, ну вроде все, трэш берем, леди берем, все скажу. Чекнем. Там если псих раздуплится, скажете,
Сакру, от сакры же нельзя умереть? Можно, можно. Так что ее тоже сливать? Да. Все, начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Пока что бьем. Сейчас половина скучку трешки идут. Там лично. Все, переключились всех трешек. Милики побежали бить клима, клима. Сильнее трешки. Очень сильно. Приверженцы миники разлили. Дарнаваны бейте. Захиль тирей. Забейте Дарнавана. И вот этого воскрешенного милики убейте. Тир раздали. Там совы всякие. Я застопас видел. Своих убейте. Отхиливаемся. Путаемся. Пока что бьем деньги. Так, пока что сводите там кучку. Все повернулись в трэш. РДД справа, милики налево. Быстро побежали. Вот где 4 моба, милики бейте кливами. Культиста притяните, который ДК. Разбивайте культиста. Милики, культиста бейте. Бейте его сейчас. Отражение поверну. Ты не в сил. Контроль раздаем. Даю квадрат. Дайте фиры. Макеню не убейте. Все, бьем пока что. Скажу, когда стопнет, пока что бьем сильно. Выкидываем, никому не даем умереть. Так, стоп по леди, стопнули. Дамаг отвернулись. Все в трэш резко развернулись. Быстро в трэш. Че, Кощуга, особенный трэш не бьешь? Кощуга, бей трэш. Все, опять сдохну. Все, тихо. Повернитесь. Шаман захил, захил себя. Повернитесь, бейте. РДД сильнее, трэш справа. Сильнее, два моба добейте. Милики сильнее, вот этого приверженца бейте. Приверженца бейте, кружок поставил. Ты не в сил. Не поставил. Даю контроль. Леди в центр, скоро выйдет трэш. Вышел трэш, босса в центр, все в трэш. Развернулись, РДД дали бурск. А у Ешин трэш сильный. Милики побежали тоже бить. Залили трэш. Духи разбежались. От духов побежали. Духи появились. Бежим от них. Не хлопаем. Захил рейда. Сильно захил. Я гимн отдал. Вот, молодец. Все, пока что бьем. Смотрим. Скоро будет контроль. Нет, духи. Духи побежали. Мелизона, бегите. Мелизона, бегите. Тоже вас касается. Духи на вас бегут. Надо бежать. Ты вот одного хлопнули. Даем контроль. Даю дрыщу. Контроль. Захил. Много там до мобов. Вот мобы появились, развернулись все, бьем мобов. Ауешим, маги столбы кастуем. Милики побежали бить. Сильно бьем, духи летят, отбегаем от них, духи летят. Ауешим трэш сильнее, не вижу, чтобы вы трэш били. Добили последнего, бьем по колени. От духа подбежали, захил дай. Поднимаю, он летает, захильте его. Захил дай. Захил Лока. Фул захил. Давайте Геру шамана. Духи появились, побежали от них. Побежали быстрее от духов. Даем контроль. Контролим игроков, дали пир. Подросткам дамажим. Трэш появился слева. Бьем трэш. Паладин сводил одного моба за. Ауешим трэш. Милики, помогайте кливам быстрее убивать. Милики, убейте вот этого моба, ромбик поставил. Милики, убейте его, отражение на этом. Духи появились, побежали. Мелизона, ДД, все бегут. Все бегут. Просто бегите, и духи не хлопнут никогда. Добили ромбик, милики. Сейчас будет контроль. Приготовились раздать контроль. АУЕ стопает. Бакса контролю. Что-то не канает. Контролю дал вихрь. Расфиряли там, бьем леди. Так, смотрим, сейчас духи появятся. Духи появились, Мелизона побежали. Трэш появился, всех трэш, милики. Появился трэш, все уехали. Ну что ты на духа бежишь? Захил рейд, фул рейд, захил. Послем, значит. Блять, Зинаида, как ты умела? Бегите от духа, бегите, 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 все нормально. Упай во тьму, ты не в сил противиться. Давайте, моей дали воле. Фир.
бьем леди. Вы осознали бессмысленность своих действий? Не падайте, захиливайте. От духов бегите. Шамана захиливайте. Появился трэш, а вы ешь трэш. Духи появились, бегите от духов. Духи на Мелизона бегут. Не хлопайте духов. Зачем вы на них бежите? Гимноману отдам. Давай гимноману. Вечную тьму. Отбегайте от духов. Вы осознали бессмысленность и не в силах противиться моей воле. Блин, гоните там. Здорово. Есть протопал? Паник тут? Своих действий. Там падайте, короче, и бегите. Вечную тьму. Да-да-да, чё? Здорово. Добрый день. Ты тот самый паник, что играл 3 года назад? В хардмодах? Да. Спешись, но на хитах. Там, короче, такой шаман был психопат, он тебя по КД на БГ убивал, помнишь? Кто? Я помню такого шамана в огонь в ИГ-10М. Шаман-психопат. Слышишь, психа, ты на Драгме этот Ханте играешь? Спасибо, да, это я тебе писал. Я просто видел, что ты мне писала, но не видел текста, просто эрочку клацал, смотрю Драгма, пишу Максу, он говорит, там какой-то чмо играет, то есть псих. Ты как вообще? Упырь. Каким был, короче, таким и остался. Танки, у вас эта проблема с боссом там была, срывался с вас босс, смотрел или вас в контроль брал? Но он не брал. А что там за шаманами? Да, по-моему, там весь рейд был в контроле. Давайте резайте всех. Псих идешь, целка след. У меня нету протопаладина. Мышка. Нету. Есть БДК. А чё у тебя с голосом? Ты микрофон сменил за столько лет игры? Ну заходи там, короче, подамажишь, а если паладин наш не справится, там 6к, то потанчишь. Да нет, я вырос просто. Школу закончил. В принципе, как и ты. Ты свой-то слышал? Не, ну я уже дядя, блядь. 17 уже скоро. Дядя. Чё, я на ДК заходить? Да. Я уже вижу твою ебало довольное, блядь, когда ты меня услышал. Да я думал, ты умер. Ты Лока оставил-то хоть? Давайте берите штурмделя, там резать и мяту. Боже мой, я выкинул Валеру. Сейчас, подожди. Нормально там все у вас танкование было или срывался босс? Два раза БДК контроль ловит, поэтому оно слетело. Надеюсь, сейчас повезет. Че там заходишь? Давайте кулба. Не могу БДК-кой потанчить, там Валера играет на БГ. Кто есть еще? Че посмотрю. У тебя же там 50 пирсов, давай, ищи там пау. Ты в листочке смотришь? Че? В листочек смотришь, говорю. Да не, я писал Валере, чтобы он заходил, доигрывал БГ. Че там, а как у тебя так вообще пароли вот эти все? Все на листочке таком, и ты там смотришь, где КД, где нет КД. Нет, захожу в ВК, короче, и ищу того человека, который скидывал мне пароль. Сейчас, если от Холихаммера вспомню пароль. Холихаммер от этого. Кто он? Тима. Лох. Чиперсы еще остались. Какую лучше всего чарку протопал на пушку?
отведениями. Фонарь, ракушку, мангуста. Так ты можешь сказать, кто нужен? ДД, хил или танк? Ну танк, конечно. Хилы есть. Клирхаммер был вообще идеален. Да не, не помню аккаунт. Ща. У Джейми возьми пароль. Да. Сейчас смотрю, БДК, по-моему, есть. Че, это тебя из тюрьмы выпустили или что? С чего ты взял? Он там слушок прошел. Блин, слушок ходил, что ты сдох, но, блин, видишь, оказался неправда. Не сбылось? Угу. Кочуга, брат, бей, ты же хотя бы морда не раскидай, чтобы хотя бы 100 тысяч дамага было. А, то есть, чтоб хотя бы сдох опять, да? Да не сдохнешь ты, ёбаный. Блять, ну я Энхам подошел, ну тычку дал. Энх не фуловый, блять. Я, сука, за один бой, нахуй, за 30 секунд два раза сдох от этого ёбаного трэша. Ничего. А тут фуловым ДК важил, да? Во, это чё, колба нормально прокает, совет? Ну да. Я только увидел, на самом деле. Такое чисто. Я на профи с Индрами сейчас зайду фуриком. Там же у Энха просто адский бурст, когда он у него прокает эта фигня на пухе. И всё, это же адский урон. Ну да. У тебя есть гайд по форс ДК? Так я не понял, вы на лечении где? Да, конечно. На леди. Да, на лечеху. Босс тоже называется, начинается на L. Я тут плюсанул два плюсика, ищи. Где искать? Ник скажи. Погацид. Очень трудный ник. Поцагнит. Погацид, блядь. Да я ФДК не знаю, вы чё, выбираете что? Сумоньте, погацид, да? Что такое СДК? В принципе, как твой бывший хозяин. Судхападха, ты на этом на оф играешь? Не. Чё это нечто хоть? Рыбу дай. Дайте рыбу. Просто в контроль было там нормально. Ну короче, слева милики, справа РДТ, я говорил там. Лист Бакеня тоже слева помогаешь бить. Бафните кто-то этот каску вместо протопала попал, а я тогда протобафу. Все, давайте еще в бою добавьте, короче, все увидели готовность. Че, какая рыба? Идите нафиг, начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? На БК играю, паник. На БК. Дошли до 50 левела. Все, развернулись, трэш бьем. Соблюдка карпа. Так нормально, что у нас 4 танка? Да. После этого босса задвинуть, да. Фанатик, это собаку убили, черепок. Дайте рост вообще. За 2 дня. Даю контроль в Балтике. Даем контроль. Даем киры. Никого не убило, молимся. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Право, кстати, трэш, милики вы должны убить. Да, милики бегите, направо, РДД бьем слева. Сильно трэш, все развернулись, все трэш бьем. Быстрее, милики побежали, бьем. Давайте РДД, и тот трэш бьем, Фанатиков добили, развернулись, вон там точка трэша. Звездочку поставил, бьем. Блять, Кощугу, ты будешь бить трэш или нет? Контроль. Ты, блять, живой еще что ли? Контролим. Так, Зинаида, поднимай мага, а то в прошлый раз ты умер. Поднимай мага, сразу мага достиг. Прием, пока что леди.
Скажу, когда стопнуть, будет третий трэш. Захилили мага. Стоп по леди, развернулись все в трэш. Сильно, сильно в трэш развернулись. РДД справа, милики слева. Ауеши. Грозы даем, стартфол. На туре откатился. Контроль, приготовились, милики добили трэш. Милики, помогите справа. Убейте этих дураков. Контроль даем. Даю Рукусу контроль. Поклонская будешь, сука, ловить босса. Бейте, переводим. Поклонская ловишь. Рукус второй. Набивай грудь, держись вторым местом. Рекаунт, вон. Развернулись трэш, бьем РТД. Вон протопал вверх. Далее, звездопад. Бьем трэш. Появились духи, разбежались. Мелизона бежим, РДД бежим, просто бежим. Вправо, влево, без разницы. Блядь, Тим, ты пидор. Ты пидор. Чё? Не беги. Беги, точнее. Бьем леди. Контроль секунд. Смотрим, раздаем контроль. Даю кощуги. Красава. Даем вихрь, спам, эфир. Бьем леди. Духов не хлопайте. Захил, захил, быстрее захил рейда. Цепнухи кастуем без остановки, без шамана. Духи побежали все, побежали. Если вы будете бежать, не хлопнет ни один дух никогда. Когда они исчезнут, можно бить. Все, бьем. Развернулись трэш, бьем слева. Далее сушение, далее звездопад. О, красава, звездопад. Захиливаем рейд. Духи появились, Мелизона побежали. Шаман, беги, не беги на дух, не беги на дух. Красава, бьем. Контроль секунд. Контроль и духи. Контроль ШП. Контролим кого-то. Контрольте, фирьте, не убивайте АОЕ. Духи появились, бейте духов. Захил, холипал себя, захил. Поднимаю холипал. Давай, холипал. Заливаю тебе ману. Блять, залил себе, сори. Зинаида Павловна, залей холипал ману. Звездочку поставил. Дали контроль, побежали от духов. Бьем трэш. Помакнем с контролем. Ауешим этих дураков, милики, развешали морг, побежали милики, РТД, духи появились, побежали, быстрее, 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 не хлопаем. Добейте последних мобов, одного, дали контроль, последний контроль, не убиваем, дали эфир, появились духи, побежали от духов, контроль 3 секунды, бегите, бегите, бегите. Да блин, ну за контроль, а вы били тут ёбаный. Все, нормально. Ничего, ты умер, у нас тут 23 человека живых, 22. Блин, по мне какой-то приз ШВД дал. Все, развернулись, бьем трэш, побежали от духов. Мелизона бежим. Милики побежали на трэш. Бьем трэш. Даю спокойствие. Всем спокойствие. Диспельте друиды. Диспельте друиды. Бьем трэш. Я друид, я не могу диспельте. Добили трэш, бегите от духов. На вас бежит дух, приз, ШП. Еще на кого-то бежит. Даем контроль. Даю пимпу. Красава, то ножок души кастует, вас всех выбивает. Все, бьем леди сильно, сейчас она умрет. И теперь... Опа. Все, добиваем эту дуру беспонтовую. Миллион остался. Можете в лужу забегать, там, ДПС апается. Все, отлично. Откидываем это говно. Все, воля, господин! Бегите на трэш. Войт, я релогнусь, у меня облик смы багнулся. Да, Войт, я не пойду дальше, ты слишком много базаришь. Димон, мы идем на БК качаться? Я никогда не смогу это использовать. Ой, Поклонский, а тебе что, Last Осколок был? Он знаешь, что говорит? Я никогда не смогу это использовать. Ой, я что, себе пробовал отдать, сорян. Чуть не наебал тебя. Так, вот этот лук нужен на трансмут кому-то. Ну ладно, я заберу. Так. Надо кому-то на мейн. Ну ладно, заберу себе. Надо кому-то вот это на мейн. Ну ладно, я понял. Все, давайте бьем трэш. Хорошая новость.
для любителей. Блять, что не портуется? Блять, что не портуется вообще? Что это такое? Телепорт сломали. Ну чё, утроп, спекайся обратно в протопало, нас кинули, блядь. Нехорошие люди. Я, вряд ли, и не спекался. А, ну ладно, ты попал. Чё, Диман, погнали, здесь пантеры опять убивать. В смысле, мы же их убили. Нам снова надо 10 пантер убивать. Со-со-со-со. А, мне там динозавров надо убивать, понял. Зайдите в другой канал. Можно я паника с собой заберу? Я тут наношу этот гипс, понял? Хорош. А ты Лока продал своего? Да. Квартиру себе купил. В симсах, понял? Через чит-код? Там если кто-то знакомый есть, прокопал там какой-то ДД, скажем. Лучше прокопал, конечно. Да вот, я думал, вы на лича, короче, понятно. Такой хотел помочь вам, а вы только на леди были. Ну я так и понял, что ты на лича такой умеешь ходить. Дайте кто-то две фу, две баночки на хаст, продайте. Будет лич, там зайдешь. Сегодня зайдет он. Не зайдет, ушел он в жопу. Знаете, каску попал. Он пацан не добежал немного. А ты в какой гильдии, паник? Кто давал каску тогда? Да я с кнутом я хожу сейчас. Ну я так не играл. Типа ты кнутовский? Вы видите? Что это там вдалеке? Говорят, что они твари. Да, хожу, хожу. Мне все равно некого одевать, я по фану просто бегаю. А че к бульбулятору не хочешь? Да ты че? Мальный чувак вроде. Сейчас вы ответите. Ты же его всрал, что ты будешь теперь нормально? Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Аркету сделать нечего. Как с собой на дотах, на мультидотах? Ты сам ответил на свой вопрос на мультидотой. Да, большой эффект у тебя будет от дот, сови. Смотри, вроде сливает, может это не я. Ты посмотри. Я не знаю, где-то хуйня, аккаунт внизу. Паник, хочешь, тебя в дарки возьму? Бейте этого заморочек, так. Ебалтик, а почему мага не бьешь? Ебалтик. Слышишь, шутканул, кощун. Вот, у тебя по-любому на этой совет должно быть две банки на хаст лишних. Вот я отсмотрю. Ты смеешь ступать на мой корабль? Тебя не так. Сейчас ты умрешь. Да. Тебе пластики нужны? Димон, у меня уже 3. О, Димон, там маленький, прячься. Бьем мага, полетели. Сильно бьем, сильно. Ну зачет, что мне такое. Далее. Каждая уважающая себя сова должна сделать макрос на звездопад с текстом. Слава, ну скажи, пускай Балтика бьет мага. Мак, да блин, мага, ебаный рот. Ну сказал. Ну еще кольчуга этот, блять, классика. Мне кажется, вы что-то не поделили. Просто мне мы с паником, например, 2 года назад не поделили какое-то говно. И посрались. Это вы говнори. Сука, чуть не улетел, ебаный рот. Да надо было прыгать в догонку судьбе.
хорошо, что этот исчез рюкзак этот с понтовый. А, я же не говорил, ленточка unroll. А, я шучу. Это у меня нету ленточки. Куплю ленточку, 5000. Есть у кого? Не 5000, ленточка в смысле. Дайте рыбку. Дайте рыбку. Так, рок хантов нету. Вот такое кольцо ролим. А Стас, чё, никому больше не надо? Зимнейт Пауна. Бакенни. Так. Мне ж токен не надо, можно вылить сколько хочешь, моток, да? Да. Один токен, одна шмотка и одна шмотка с меча. Этот, рольте амулеты беспонтовый. Давай, свеча, давай, у меня, то у меня, надо. О, давай, давай, смотри, я как раз себе этим, блин, войд, ну не нужно, дай я одену приста нормально, о, спасибо, брат. Дайте, пожалуйста, лапу. Сейчас, доеду, давай, запустите сурка. Дайте, пожалуйста, панику инвайт вильде. Подожди, там вон, суманите чувака. Нет, суманите чувака, дайте шкаф, жрите рыбу пока. Давай, рассказывай, как тут танчить. Как проще, просто. Ставлю звезду, ДК встает вот сюда, агрит, к нему бежит босс, он начинает, бьет. Как на него вешается руна крови, такая вот, и берешь его в таргет, смотришь, как оно повешалось на него, сразу нажимаешь таунт и на танк следующий. Вот. Как она выглядит по картинке? Как кровавые удары у ДК. Окей. Ну что-то такое красное, короче, понял. Вот. И как на тебя она повешается, ДК с тебя заберет, и так по очереди. И, соответственно, когда появляется трэш, а он появляется. Ну я понимаю, надо агрить, да, это нормально. Да, агришь там. Даешь стан одному мобу, двух агришь там или трех, как получится, так убьешь. Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Трэш бьют все. Что? Без исключения, обязательно бейте трэш. Вайпси здесь это грех. Отец. А дайте кто-то две банки на хаст, пожалуйста. Кто-то. Я говорила три подарки. Не кинул? Он у нас. Так, сейчас дам лапку. Сейчас. Вот. Дал лапку. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я Ой. Здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его... Ой, варенька тут, сука. А урочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Не знаю, как это... Димон, Димон, там Алик. Димон, Алика. 44-й вар. Надо убивать. Я пообещал его матери, когда она умерла. Подожди, убей динозавра, потом убьем Алика. У тебя там, блядь, в парк юрского периода играешь. Всегда. Мой сын остался бы цел. Он ПВП тоже включается, выключается, он всегда работает. Оно всегда работает. Сегодня я исполню это. Да, с такими гемами я еще что-то даю. Это сколько? 20 секунд, правильный таймер. 15. Угу. Сейчас Валенька запишет, что-то он написал. О, сейчас Рога за крафт става вообще. Начало боя 5 секунд, трэш обязательно все бьем. Если не будете бить трэш, блять. Погоди, Димон, там по-моему 2 ора. Их перетащить в другой канал, не мешай, пожалуйста, рейдер. Два на струке пока что. Ну не съемка. Ну бейте. Не мешай. То, что перетащить в другой канал. Рот, право. Да, давай, рот. Стопат, ну все же оставляем. Рот, шла. Сейчас там нас научат раньше. Я сейчас сорвется. Идем трэш, сильно. Сильно-сильно бьет. Точечно и не точно, все сурка. Забил. Thank you.
трэш секунд, подготовились, сейчас будем бить трэш. Сильно в трэш. Бьем все трэш. Рейндж, словите ШП, атак, отойди от мага армрестлер. Словите 12 метров и стоите в 6 метрах. И сурок так копит энергию здесь. Будет еще третий. Трэш 5 секунд, приготовились, будет не трэш 4. Трэш, развернулись, бьем. Давайте сильнее. Трэш, добили, добили. Все, босса бьем. Если скажу бить, значит бить. Пока что бьем. Скорее всего, будет бить человек. Трэш. Кто из ДК войска не давал? Давайте войска сейчас. Давайте фулл ДД в босса, фир даем, вар эфир, плести эфир. Закил рейда. Ну ёбаный в рот нахуй. Нормально, повезло, что у вас меток не было. Красавцы, открывайте портал. Поставьте шкаф, суманите пивоводку. Чё упало? Я тут уже. Брасы. Брасы. Ролик на мейн. Похороним тебя, как подобает. А ты получишь? Шанде, рядом. Да хер его знает. Предками. Я думал, это не Ванин Рога. Защитник ролик. Там если обычно есть, там если кинется, может дать. Кто выше на защитника? Верендос или ЖРСПД? Кто выше из вас? ЖРСПД выше? Блять, день смотреть. Мирандос такой. Он вообще не загибил. А, получат. Хорошо. Понятно. Че, может кто ебануть этот ДПС в рейд линкануть? Пожалуйста. 274, учитывая, что я дал 5К плюс десятку, считай. 284 плюс Ваня сейчас. Короче, 3 сотки есть. Значит, сейчас... это правильный у него ДПС? Ну это не тот ДПС. Это хуй. А есть у кого нормальный ДПС? Я обновлял, это, наверное, знаете, еще следи остался. Предлагаю пойти на совет. Вы не против? А какие шмотки, которые никому не надо, типа? Выкинь. Вот она возвращается, эта дура стоит. Шибко тухаешь там мне. Ну окей, роль. Бьем эту дуру. Идем на совет, короче. Thank you.
танки врывайтесь, бьем рослого, это кружок. Ностальгия такая, короче, включил, посмотрел вчера первую, сегодня вторую часть. А я тут неделю назад тоже смотрел. Домашних животных. Не, не смотрел. Ты тоже что-то говорил, вот, назад в будущее, сейчас посмотрю. Я говорил? Да. Ну, может быть, сбылась мечта. Ты про Эсвентуру еще ты говорил. Пока что рез эти ману, идем сюда, ШП, антихам, бакения, антихам, контролишь, ромбик, бакения, контролишь, сука, блять, где он? Тактика давай, которая спереди стоит и все. Да, вот он, тактик, трусы, а я контролю кого-то еще, там дальше, кто стоит, петух. Все, на счет 3 раздаем контроль. Раз, два, три, раздавай. Танки ловят, что сюда придет. Все, отошли. Бьем рослого, высокий такой рослый. Отлично. Контроль обновляем разок. Блять, позиция. Рослого добиваем. Потом эти трюки. Видите, Павел мне нашел мин. Ромбик, они там плюсы макетник приготовились. Еще три контролем. Раз, два, три. Контроль. Так, красавцы. Рослого бьем. Занимайте. Тактику. Высокого, высокого. Тактику стан, дрыщ стан, тактику даешь. После взрослого бьем, короче, черепов. Все черепов переключились, бьем черепов. Там его там летим, его бьем. Сейчас убью. Давайте войско поедем там. Играем через 4 фок, это самое опасное для нас. Рыша, блядь, больше скиллов, чем у всех боссов, блядь, сон взят. Вообще, этот утроп, ты танчил или сел? Да. Десятки. Ну, твоя задача сферки собрать, да и все. Просто ударить, да, чуть-чуть? Ну, типа да, там жаль. Просто он тил. Ну, ударить, кстати, как-то минимально важно. С
сорвалось. Типа если просто... Ну там, кстати, у паладина плюс в чем? У него с таунтом сразу дамаг немножко идет. Но миликам РДД в свою очередь бомбы не вешать, АДК не подходит с бродячей чумой, потому что сверки не бьют, совы звездопад не дают. Спула тоже не дают. Если даете звездопад, то максимально вправо туда бежите, вот туда по направлению. Пока что ману отпиваем, заходим сюда все. Поклонская на 8. Резайте там первый пати армрестлер, подбегайте сюда, фулбар даем. Армрестлер вставай. Где он там? Чек на присутствие. Дайте, пожалуйста, фулбаф. Так, тут отлично. Можно еще рыбку пожать. Так, стал маг, дает. Так, жрите пока что. Дайте кашку пополам. Кинетика, кинетика. Что жрать? Что-нибудь жрите. Если ничего нет, ничего не жрите. Просто появляется кинетика, и все ее бьем. Если хоть одна кинетика падает, я тупо себе забираю катушку. Вот кому катушка нужна, чтобы потели. Можете босса не бить, но кинетику обязательно надо бить. Всего три кинетики. Я тоже буду бить. Чек на пул. Мне кажется, ты как раз и не будешь ее бить. Да не, я буду, я все на 5 кадр, я бесполезное говно. Катушка-то тебе нужна. Ваня, ты пагубно влияешь на детей. Так, а я при чем? Побежали вперед. Вот теперь катушку за анрулик. Ничего не боимся, боимся. Так ты ж ВДК все равно. Не, я не ну, такой. А другие? Я буду бить кинетику обязательно. Не буду вас подставлять. Надо ее прокинуть. Не, не буду. Тарик, давай за 500 голд притяну кинетику. Ну давай, ладно. За 400 давай. Дешевка. Показываю, как звездопад давать. Вот сюда типа отходим. Даем звездопад, он трогает двух вот этих, а сверки черными не будет трогать. Вот, красавчик. Выхарь, разбежаюсь, выхарь. Выхарь, выхарь. Захил, захил. Фул, захил. Даем, не двигаемся, пока вас не захилит. Пиво, вот, молодец. Слышь, давай на паладина за это. Кто за такое говно, ну? Да, да нет, стой. Тут сейчас на первом пакте сдохну. Да ничего страшного, не сдохнешь. Знаешь, Ваня, есть такой волшебный скилл у Роги, сейчас тебе назову. Такое синее. Как же, блядь, Кощуга, напомни, помнишь, называется? Плащ теней. Нет. Ложный выпад. Ложный выпад, красавчик. Вот, вытащи его на панель и на притяжке от Синдрион спасает. Захиливаем рейд, не двигаемся, пока вас не захилят. А чё он спасает? Он спасает от притяжки, он 50% АОЕ дамага убирает. То есть ты его, если, даже если ты бомж, вот как ты сейчас одет, ты его если сейчас на могучем выхре будешь прожимать, то ты не умрешь 100%. Ну, если, конечно, не 25 человек в тему стоят. Все, пошел кинетику бить, хватит пиздеть. Смотрите, кинетика откидывает. Не умираем, вот. Сорвался был спрос. РТД разбежались, далеко сейчас вроде толдрам, да, кинетическая бомба или что там? Жаркое пламя, да, вот колено появилось. Че, вар, дурак 35 стаков 36. Вар, не бегай, не дурак, что ли? Дурак или не дурак? Короче, это. 40 уже не. Вар, не бегай, кто там бегает? На ком 40, скажи ник. Наркодилер. Наркодилер, замри. Сова, бей там кинетику рядом с тобой. Интересно так добьем. Все, у нас Садар, Волонар, выходки готовились. Где фабилки прожимаем, если отбежать не успели. Могучий выход, разбежались. Тут, блядь. Если мало хп, у вас не двигайтесь. Когда вас захилит, можете подбежать дальше. Вот смотри, как кинетика откидывается в плену. Блять, забагалась. Ну и пусть там сидит.
чаша полна. Я просто в ухе две побилки прожали, дубовая кожа, дубовая кожа. Все, молодцы, красавчики, захиливаем рейд. Бегите тогда, когда вас захилят. Если это точечно, кинетика упала, но это ничего страшного. Сейчас я подбегу и бегите. Насладитесь болью. Так, точечный телесет. Шарики нормально упал, да, нормально. Так, кинетик не предвидится нигде что-то. Смена цели 3 секунды. Будет колдрама, да? Или он арт? Никого не будет. А, колдрам. Все, убивайте этого чувака. Все креслим, потом на кэш. Так, катушка, катушкан, катуфан упал. Отлично. Ты что, отлично, шапка кожаная упала? Нет, вообще говно какое-то упало в запястье, кольчуга, блядь. Да хер твоя катушка надо. Момент истины. Давайте. Кто там, антихам? Орда, орда. Ты ж в гильдии, да? А по ИПГП кто выше теперь в гильдии, скажи? Ты выше, да, походу? А, ну вообще-то я выше. А, нет, подожди. Я что ли выше? Короче, братан, я не знаю, уступить тебе нет. Ну, уступлю, потому что я Аркус пока что ношу, да? Да? Ну, как. Я это, как честно. Я по-честному. Там, чё, если уступишь, то давай. Если твое, то твое. Не, ну пацан по-пацански делает, надо уступить. Ну как пацан, я по-пацански, я приму. Хранителя тайны, ролим там, надо кому-то. На ов, ролите, это говно. От души слов. В душу, душа. Я просто знаю, что я, ну как бы у меня теренаса нет, ни зачем ее ролить. Не надо кому-то, ладно, продам. Не умрите на трэше, осторожно. А что, Астак, ты спрашиваешь? Да ничего. Я говорю, блядь, чё, реневал один хуесос, блядь, ей попадаются у вас чё, нормальные люди, блядь, адекватные? Нет, ты он, типа, сказал про эту ситуацию сейчас? Нет, это я, типа, говорю. Я на этом кресте сижу и спрашиваю. Заберите моба с меня, плес. Я не знаю, я это я. Я обычный, я человек. Пацаны, не умирайте. Я иду к вам. Сейчас я дам корни какие-нибудь, звездопад. Давайте войско, если есть. Если много трэша сагрили. Следующий трэш будем контролировать. Ты как много трэша дают звездопад. Если вам помогу ему. Да, повешен это говно сильно. Даем станы тактика, разоружение, его вот товары, зам, разумности. Вот где тактика, это кружочек, короче, его надо подковать, все. Все говно. И второй там горбик, короче, такой нехороший.